Всем привет! Сегодня у меня на тесте фонтаны «Арабская ночь». 4 штуки в пачке. Фирма «Русский фейерверк». Маркировка R4206. С этой стороны выглядит вот так. Здесь написаны эффекты. Давайте же я вам их прочитаю. Значит, первый эффект. Поток золотых искр. Красные и синие огни. Крупные белые вспышки. Второй эффект. Поток золотых искр. Зеленые лимонные огни. Треск. Третий эффект. Поток золотых искр. Красные и зеленые огни. Крупные белые вспышки. Четвертый эффект. Поток золотых искр. Красные лимонные огни. Объемный треск. То есть на каждом фонтане свой эффект. Вот, как видите, 4 штуки написано. Здесь просто инструкция. И изготовитель. И вот снова 4 штуки. С обратной стороны выглядят вот так. 4 фонтана, все они разного цвета. И каждый из них имеет свой эффект. Сейчас будем тестировать каждый из них. Салют, арабская ночь, фиолетовый такой. Сейчас будем запускать. Короче, сжигаю, короче, фонтан. Установил, вроде нормально лег он. Погнали. Смотрите. Вау. Хороший. Красочный такой. Ух ты. Хороший. Небольшой такой, но приятный. Вот фонтан. Теперь уже вот такой голубенький. Раз, два, три. Установил. Сейчас зажгу. Сейчас оранжевый будет. Приступим. Меня не должен снимать. Я такой помашу тебе вот так. Слышишь? Смотри, подожди. Вау. Вау. Круто. Да. Хорошо. Так, теперь у нас на тесте вот такой зеленый фонтан. Вот так он выглядит, дорогие мои. Так. И вот, собственно. Что ж. Погнали. Тихо, тихо, тихо. 70 лет. Сейчас будет красиво. О, классно! Вот это фонтанчик. Смотри, сколько дыма. Смотрите, сколько дыма. О, дым. Ты бачишь дым? Круто. Но